приехал в ремонт. Вот такое вот новенькое, свежее поколение струйных Canon. Canon G3420. С проблемой не печатает черным, либо иногда пробиваются буквы, и якобы что-то видно. Пытался добиться информацию по всем ли цветам. Понял, что бесполезно. Берем аппарат, открываем крышку и наблюдаем картину Репина. Трубопровод. Чернил нету. Печатать, соответственно, он не будет. Закачиваем чернила и аппарат в бой. И все будет нормально.